Ого! А где это мы? Вау! Это же новогодние игрушки! А почему? Потому что скоро Новый год! Да! Ребята, скоро Новый год, и все мы должны быть готовы встретить Санта-Клауса! Иванка, дай быстрее, будем украшать этот дом! Окей, Стеф, давай выберем игрушки! Ого! Как много игрушек! Я первый выбираю! Ух ты, какая елка! Куда бы мне ее поставить? О, какие красные игрушки! Я их возьму, Иван! Иванка, спорим, что я перенесу моего снеговика отсюда и не бегать до елки. Как ты это сделаешь? Ну давай, покажи. Легко. Спорим. Спорим. Давай. Чик. Ну как? Ух ты, как ты это сделал? О, какой крутой медвежонок. У него даже золото есть. Да. Вот он, дорогой. Ну что, я возьму вот этого вот мишку. Ну что, Иван, я бы его поставил вот сюда. Ух ты, какое крутое место! Что, Иванка, смотри, какая крутая шапка. Может, ты ее оденешь? Ух ты! О, да, как круто! Я тоже себе одену. Другую шапку. И теперь меня зовут из-за две шапки, которые у меня есть. Санта-Клаус! Ух ты, как круто! О-о, Санта-Клаус, добрый Санта-Клаус! Нам два подарка нам дает Санта-Клаус! Оу! Мой любимый снеговичок! Я сейчас его поставлю, его зовут Мими. О, как красиво это получилось! Ух ты, какой баран! Стой, а спорим, что этот баран сейчас скажет? Бэ! Спорим? Спорим. Смотри. Yeah! О, как круто! Он сказал бэ. Ну что, я возьму самое крутое. И, Иван, помоги мне, он слишком много весит. Ой. О, Санта-Клаус, Санта-Клаус, Санта-Клаус. Два подарка ты принесет. Санта-Клаус. Это Берже Мария, мама Иисуса. Ну что, круто получилось! Yeah!